обеспечить короткие стрижки машинкой. Для начала мы берем насадку 15 мм, если нет 15, бери 12 мм и води по росту волос. Затем аккуратными движениями прорабатывай переход техникой машинка на расческе и насадками от большей к меньшей в нижней зоне, начинает работать без насадок, и сделай сухое бритье через шейвер. Продолжай делать этот переход на затылочной зоне. Челку подравнивай триммером. Видишь, в этой стрижке мы не используем ножницы практически вообще, кроме соединения зоны височной с теменной техникой тушевка. Когда стрижешь за ухом, проще ухо отодвинуть в сторону и зайти из-за него. На этой противоположной височной зоне ты должен сделать абсолютно то же самое, сделать симметрично, соединить свою челку, ну не свою, а челку клиента, вывести ее на одну линию с той линией, которую ты начинал создала. Теперь проработай аккуратно пушковые волосы. У некоторых клиентов полно на лбу волос. И вот что у нас получилось. Довольно интересная стрижка, короткая. Укладываю ее пудрой. Никаких у тебя сложностей с укладкой не возникнет. И долго клиент зарастать будет. Самое то для школьников, самое то для людей спортивных. Так что, друг, пробуй.